22-летняя Кайли Дженнер, Кайли Дженна скоро отметит двухлетие дочери Сторми. Сегодня звезда реалити-шоу вспомнила время, когда была беременна малышкой. Брюнетка стала мамой 1 февраля 2018 года. С отцом девочки, Трэвисом Скоттом, она рассталась. Родители стараются делать все возможное, чтобы разрыв не сказался на ребенке. Инстадива поделилась фото, на котором она запечатлена во время беременности. Кайли позировала в черном кроп-топе и спортивных брюках. Наряд подчеркнул большой живот брюнетки. «Такой я была в беременность моей девочкой. Не могу поверить, что моей дочери уже скоро будет 2 года», — с нежностью написала Кайли в Инстаграм. Самая молодая миллиардерша в мире также экспериментировала с внешностью. Она примерила эффектный парик насыщенного лимонного цвета. «Предлагаем проследить эволюцию стиля Кайли Дженнер». Она нежно поцеловала дочь на пижамной вечеринке. Звезда реалити-шоу в провокационном наряде похвасталась роскошным колье.